я очень люблю сказки. Мне очень нравится, когда сказки показывают в театре. Сегодня мы с вами попробуем разыграть сказку. Нашу любимую сказку про колобка. Хорошо? Герои у нас уже выбраны. Домик у нас стоит. Что ж, сказка начинается. Жили-были дед и баба. Проходите, садитесь на стульчики. Дед говорит, испеки мне, баба, колобка. А бабушка и говорит ему, где же мне муки взять? Да, нету муки у меня. Ну, она пошла, по корову поскребла, по сусекам намела и испекла колобка. Колобок выкатился. Колобочек, выходи. Катится, катится колобок. Ой, нас немножко не сюда. Падает. Катится, ничего страшного, у артистов бывает такое. Катится колобок, катится по дорожке. С дорожки покатился на лавочку и покатился, побежал по дорожке в лес. Бежит, бежит, бежит. И тут навстречу ему выбегает зайка-попрыгайка. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. И говорит, колобок. Колобок, я тебя съем. И я тебе песню даю. У меня колобок, а бабушки ушел, а дедушки ушел, а зайца ушел. Тоже у тебя тоже убегу. И покатился колобок дальше, а зайка поскакал к себе домой. Катится колобок, катится. А навстречу ему злой голодный волк идет. Идет. А я помог всем. И от меня волк, я тебе печку пою. Я умелый колобок, я о бабушке ушел, я о дедушке ушел, я о зайце ушел, я тебя тоже уйду. Покатился колобок дальше, а волк голодный пошел к себе домой. Катится, катится колобок, а навстречу ему медведь. Колобок, колобок, я тебя съем. Покатился колобок дальше, а Мишка пошел себе в берлогу. Катится, катится колобок, а навстречу идет лиса. Понравилась лисе песенка колобка, она и просит его, спой мне еще разок, да? А колобок прыг ей на носок, а лиса его, ам, обнимай его, обними его, ам, и съела. Обними его, не бойся, лис, лиска. Скушала колобка? Да, вот такая скромница. А смотрите, лиса убежала, дети, а колобок остался. Колобочек остался. Наверное, лиса его не съела. Наверное, наша сказка по-другому закончилась. Как думаете? Как может сказка закончиться еще? Чтобы колобок никто не съел. Давайте придумаем, как можно еще закончить сказку. Не съела. Наверное, лиса что?
сказала Колобку, что ему понравилась песенка, и отпустила его дальше катиться. То есть она его не скушала. Можно такое, чтобы такое было? Нет. Нет, должна обязательно лиса скушать Колобка. Да. Ну что ж, в этой сказке у нас Колобок остался. И прикатился он обратно к дедушке и к бабушке. Взял их за ручки. Бери дедушку и бабушку за ручки. Колобочек, бери, поднимай их сюда. Становитесь к зрителям. А мы, зрители, посмотрим на нашего Колобочка. Колобочек, развернись, пожалуйста. К нам встань. Развернитесь. Вот так возьми за ручку наоборот. Вот у нас и Колобок, и дедушка, и бабушка поклонились нам, а мы похлопали. Похлопали артистам. Молодцы. Жили-были дед и баба. И вот однажды дед и говорит бабе. Испеки мне, баба, колобок. А баба и говорит, нету муки у нас.